Может, хоть как-то... Посмотри. Да, хоть куда-то обратиться. Понял, права человека, в конце концов, ё-моё, я что, блин, в плену в каком-то или в рабстве, я не пойму вот это вот вообще. Да-да, капец. Да, что тут бесполезно, по-моему, кому-то что-то доказывать. Да, да. В Россию не пожалуйся, потому что это Россия заставила. Петушилину не пожалуйся, потому что он нас подарил или продал России. Украине они наши враги. Я буду предателем, да? Кому? Конечно. Ну, кому идти вообще? Просто самому куда-то петлять и все. Варить и только такие.